Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 20 на странице 16. Эта задача, давайте прочитаем ее. Из 22 учеников класса в кружок «Умелые руки» записали 6 учеников. Кружок «Занимательная математика» 7 других учеников. А остальные ребята пока еще не записались в кружки. Сколько ребят еще не записалось в кружки? Давайте выполним краткую запись к этой задаче. Итак, нам известно, что всего в классе 22 ученика. Нам известно также, что кружок «Умелые руки», обозначим его буквами УР, записалось 6 учеников. В кружок «Занимательная математика», обозначим буквами ЗМ, записалось 7 учеников. А вот остальные ребята пока никуда не записались. Наша с вами задача и узнать, сколько ребят еще не записались в кружки. Мы можем сначала узнать, сколько ребят уже записались в кружки «Умелые руки» и «Занимательная математика». Для того, чтобы узнать, сколько всего, нужно прибавить. К 6 прибавим 7, получается 13 учеников или ребят. Записались в кружки. Всего у нас в классе 22 ученика. 13 из них записались в кружки. Для того, чтобы узнать, сколько не записались, мы должны из общего количества человека вычесть те, которые записались. И останутся те ребята, которые не записались. Из 22 вычитаем 13. 22 вычитаем 10, это 12. И из 12 вычитаем 3, получается 9 ребят не записались никуда. Прочитаем еще раз вопрос. Сколько ребят еще не записались в кружки? 9 ребят еще не записалось в кружки. Запишем ответ. Ответ. 9 ребят еще не записалось в кружки. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.